Ребят, всем привет! Все, наконец-то я на судне. Приехал сегодня днем в Амстердам. Стоим, в общем, на выгрузке. Сейчас ночью у нас никто не работает. Начну только в 6:30. И какие новшества? В общем, никому в город выходить нельзя. Ни здесь, ни в норвежских портах. Нигде, короче. Пока ситуация с коронавирусом не решится, ничего не изменится. Ехали, в общем, сегодня с агентом, общались, в общем, в Голландии у них, или даже, я его не так понял, даже в одном в Амстердаме 1000 человек заражены, из них 50 уже погибло. То есть достаточно серьезная ситуация. Вот, хотя в новостях, допустим, в наших российских я ничего не слышал по поводу этого. Вот. То, что у нас там, да, в России 10 человек всего лишь больны, тоже еще не факт. Страна большая, китайцев заезжает много. Может, просто для того, чтобы панику как бы не посеять между людьми. Соответственно, информация скрывается фактически. Ну, короче, что, весело. Будем сидеть, в общем, на судне, не вылезать. Это то же самое, не знаю, сесть в тюрьму, короче, и все. Единственное, что здесь условия получше, да? Люди поадекватнее, наверное. Вот, соответственно. Ну, а что делать? Нам остается только вот таким образом контракт проводить. Ну, я уже с таким сталкивался, работал в Африке по 5,5 месяцев. По 5,5. Вот. Мы там физически тоже не выходили. Ну, к этому привыкаешь со временем. Я-то уже отвык, времени-то прошло уже как минимум 2,5 года. Поэтому посмотрим, как пойдет контракт. У меня минимум 3 месяца. Немало. Будем надеяться, что ситуация наладится. Все-таки в ближайшее время найдут лекарства уже конкретно от этой болезни, и все, будем на свободу выходить. А так сейчас заказывают, значит, матросы у нас еду, нам кока-колу, все остальное через шип-чандлера. Вчера капитан звонил, все должны сегодня нам привезти где-то с утра. В общем, вот такая ситуация. На судне ничего не поменялось, все так же. Приятно возвращаться туда же, где ты был. Все уже визуально посмотрел, все вспомнил. Никаких заморочек. Поэтому советую вам, ребят, всегда возвращаться, стараться идти сюда. У меня уже опыт очень большой в плане вот этого. Сколько я судов менял, каждый контракт разный. Это вот там первую неделю, две, ты просто как в жопу ужаленный, короче. Бегаешь по судну, ничего хорошего. Лучше здесь. То есть и люди те же, да, матросы в основе остались. То есть ты уже знаешь, как они работают. Капитаны также меняются. Вот старпом тот же вернется сейчас через 3 недели. В общем, одни плюсы. Все, ребят. Всем пока. Выходим завтра в море. Переход у нас до Норвегии. 5 дней. Что-нибудь запишем. Всем пока.